Я постарался очень подорвать честь чеченцев, и то, что это сделается, конечно, очень имеет большое значение. И чем больше будет чеченцев в наших рядах, тем, конечно, это помощь Украине, и одновременно это отстаивание чести Чечни, отстаивание чести чеченского народа и возрождение идеалов Ичкерии. Эта война сплотила многие народы. Сейчас нет никакого разделения между даже этническими русскими и украинцами. Здесь все украинцы. Потому что война показала звериное лицо этой России еще раз. Но сейчас об этом знали еще долго до этой войны. Я очень надеюсь, что потери будут. Дай Бог, чтобы их вообще не было. Мы сделаем все возможное в наших силах, чтобы эти были потери как минимальными. Здесь ваши братья и с вами. В любом случае, ничего, мы вместе должны двигаться, вместе должны работать, иншаллах, для того, чтобы освободить наши земли от захватчиков. И чтобы каждый из наших народов мог в своем доме быть полновластным хозяином, жить так, как завещали нам наши предки, придерживаясь наших обычаев, нашей религии. Вот. И вместе созидая и развивая наши страны. От Меджилиса, от батальона Крым, от Сундас НБК, ЭКАП, все это сделали. Там внутри генератор есть еще новый. Там халял консервы, тушенка, что сейчас стратегическим продуктом является в Рамадан месяце. Кое-какие сладости там тоже положили. Также еще по один у нас этот бронежилетный тоже вам подарим. Сейчас вытащим один есть. В дальнейшем вот это как бы помощь совместная наша. И друг другу помогать, наверное, будет дальше и батальон Шейха Мансура, и батальон Крым, чтобы контакт был. Мы не хотим тут заработать какие-то медали, какие-то звания, какие-то там еще регалии какие-то, а хотим просто победить, жить свободно и в этой стране, и в нашей стране вернуться, и в Крым вернуться, и в Чечню вернуться свободными людьми, хозяевами своей страны, своей земли. Вот наше намерение, вот наши старания, вот наша путь. Поэтому сегодня священный месяц, Рамадан, сегодня пятый день поста. Пятый день поста. Братья наши, крымские татары, подарили нам вот этот внедорожник, вот этот пикап, который очень нужен на войне и на передовой. Робом все для того, чтобы опер российской агрессии він був максимально зміцнений участю всіх тих представників, всіх тих народів, які потерпають від московського диктату, московських репресій.